Вы знаете, юристы должны быть очень аккуратны в своих высказываниях. Я бы предложил кое-кому из них перейти работать в исполком, чтобы они немножко посмотрели на действия своих коллег со стороны исполкома. Я посмотрел бы, как они себя комфортно будут чувствовать в исполнительном комитете, когда за каждую подписанную, за каждую подпись и за каждую бумагу несешь персональную ответственность. А там коллективная, а здесь персональная. Я бы посмотрел на этот шаг. Что касается его заявления, по этой логике можно отменить вообще все выборы, которые были на территории автономии. Я не знаю, как можно юристу делать подобные заявления, над которыми потом это слушает же вся Молдова. Интернет распространяется по всему миру. Возникает очень много вопросов к юридическим базовым знаниям этих людей, которые делают такие заявления. Гагаузия не должна участвовать в никаких политических играх и разборках. И для депутатского корпуса, и для исполнительного комитета Гагаузии на первом месте должны быть интересы людей, интересы автономии, укрепление ее статуса, укрепление молдавской государственности, налаживание диалога с центром. Вот что должно нас беспокоить. Партии приходят и уходят, а мы здесь остаемся и живем. Поэтому создавать условия надо для людей. И вот этой войне, когда одна сторона принимает на другой, на одной стороне, другая будет на другой принимать, она ничего хорошего для Гагаузии не дает. Надо уметь сотрудничать, надо уметь работать и приносить пользу жителям автономии. Исполком занят этим. Если кто-то берет на себя флаг и в авангарде борьбы с какими-то другими политическими партиями с Кишиневе, пожалуйста, пусть он это занимается этим, в Кишиневе там, но не впутывает в это дело избирателей, жителей Гагаузии, интеллигенцию и большой круг людей.